Индийско-американский бизнесмен Аджай Банга был избран новым президентом Всемирного банка. Ранее он долгое время возглавлял компанию MasterCard. Единственным кандидатом на эту должность был 63-летний бизнесмен, однако решение не было единогласным. Представитель России воздержался. Традиционно президентом Всемирного банка является гражданин США, назначаемый президентом США. Предыдущий глава банка покинет свой пост на год раньше. Точная причина официально не названа.